видео по своему заказику с компании Avon каталога номер 8. Пришел вот такой вот небольшой у меня заказ. Если вам интересно, давайте смотреть. И сразу же скажу, что заказа по 9 каталогу у меня не будет, так как у меня начинаются госзащита диплома. Мне, ну, как бы некогда будет до занятия Эйвоном. Поэтому да, те, кто меня смотрит, не ждите, сразу говорю. Ну и давайте приступим тогда. Пришла, как обычно, куча печатной бумажни вот этой вот. Каталог 10, кстати, очень интересный, много хороших скидок. Потом вот такая вот какая-то программа пришла. И, ну, как обычно, Avon Flyer для представителя распродажа. И давайте начнем. Начнем мы с вами с пудреников, губных помадочек, с линейки объема. Получается, это ягодный коктейль оттенок. Этот падавший, это у нас нектарин. Потом карамельная глазурь. И вот такой вот морозный роз. Такие две, это я не помню оттенка, но одна это совершенство, такая вот красивая цветом помада. А вторая у нас из некий невесомость, тоже такая похожая, только походу она с маленьким шиммером. Да, вот такая. И пробник новой туалетной водички, я его уже на себе пробовала, мне понравился. Это Little Black Dress, ну новенький вот этот зелененький аромат. Ну короче, неплохой, мне понравился. И я вот уже какие-то использую свои ароматы, и потом себе, наверное, закажу его, потому что действительно покорил мое сердце. Ну и начнем мы с декоративной косметики. Заказали у меня вот такую вот тушь бирюзовой баночке от Color Trend Boosted. Она, короче, водостойкая идет. Не знаю, никогда не пробовала. Черная, по-моему, если не ошибаюсь, силиконовой кисточкой. Ну, водостойкими не пользуюсь и как-то их не приветствую. Поэтому не знаю и ничего по ней не смогу сказать. Перейдем мы с вами к помадам. Заказали у меня вот такие вот две помады. Это Леди помада в оттенке икона стиля. У меня такая есть, поэтому я вам смогу показать ее. Это матовая, очень стойкая помада. Очень классном оттенке. Хорошая помада, правда, немножко высушивает губы. Заказала у меня их подруга. Одну мне, типа, еще один подарок к дню рождения, одну себе. Поэтому будет мне теперь на запаску такая помадка. Следующим, что я заказала, заказала это уже для мамы. Вот такой вот блокнот был в зонной распродаже, да. Вот такой вот блокнот. Его можно собирать как фрукт, можно слаживать и таким блокнотиком лежать. Заказала его маме своей, пусть у нее такое на работе красивое чудо будет, записюлька такая. Она очень обрадовалась, как видите, я уже ее достала с упаковки вчера, заказ мне пришел вчера, поэтому мы с мамой уже некоторые продукты посмотрели, даже попробовали те, которые... Следующими продуктами, давайте, это, наверное, будет для волос, от Advanced Technique Styling, это термозащита. Я ее давно хотела купить и как-то все откладывала, а в этом каталоге она была по очень большой скидке, я подумала... Теперь точно нечего откладывать и заказала себе. Пахнет очень суперски. Еще не пробовала, буду пробовать. Уже потом что-то, может, о ней расскажу. Следующие средства будут для лица. Это вот такой вот Avon Man. У меня заказала тоже подружка своему молодому человеку. Это бальзам после бритья успокаивающий. Заказывала и я своему молодому человеку. Очень неплохой даже. Вот такой белой консистенции. Ничего особенного, ну, за свои деньги нормальный. Потом заказала вот такие вот два малюточки, кремчики от New Platinum, там плюс 50 лет, по-моему, дневной и ночной. Это для бабульки своей, как раз на лето, я думаю, ей хватит.
Вот они такие фиолетовенькие. Так что да, это тоже на подарок. И заказали у меня вот такой вот крем. Высокая степень защиты. Sun Plus Avon 50 SPF. Это солнцезащитный антивозрастной крем для лица, для чувствительной кожи. Тоже по поводу этого крема сказать ничего не могу. Не пользовалась, поэтому да. Также я заказала себе вот такую вот маску от Planet Spa с экстрактом черной икры. Маска-пленка. В последнее время в Эйвоне маски-пленки испортились, отрываются с лица не сплошным пластом, а слазят какими-то кусочками. И вот эта маска, лично на мой взгляд, очень воняет каким-то мужским средством. Не понравилась мне, я ее пробовала тоже вчера. Вот такая вот там она... полупрозрачная, с блестками, перламутровенькая. Так вот выглядит. Ну, ничего особенного, честно скажу, ничего особенного. Я не вижу в ней. Следующие продукты, которые я заказала, это был такой набор с трех продуктов. Первый это был дезодорант, вообще из-за чего я заказала этот наборчик. Второй это такой восстанавливающий гель для ног с эфирным маслом мяты. Он такой охлаждающий. И этот гель для ног, он вот такой синенький, гелеобразный. Очень пахнет такой какой-то мяткой, ментольчиком, свежестью аж нос пробивает. И вот такой вот гель. Гель я уже сразу нашла покупца на него, потому что у меня уже такие есть гели, зачем мне еще один, его я на продажу пустила, а девочка нашлась сразу же. Я его продаю. Вот этот крем я не знаю еще, дам ли или маме, или подарю бабушке. А второй. Еще что-то прикуплю такое по уходу, может за ручками, за ножками. И дезодорант, как я уже говорила, заказ я забрала вчера. Интерес у меня сразу к нему проснулся больше всего. Его я уже открыла. Обычный белый. Что насчет вот запаха? В каталоге он пах классно лаймом. А здесь он пахнет немножечко в бутылочке, знаете, с такой какой-то мужской ноткой, мужских парфюмов. Немножко это меня отталкивает. Но когда наносишь на кожу, он еле заметен. Поэтому, мне кажется, сильно духи, например, перебивать не будет. Поэтому пускай буду пользоваться, потом будет видно, возьму себе еще раз или нет. И как он вообще себя поведет. И следующие два продукта от Foodworks, это были два таких вот спрея, розовенький, салатовенький, для ножек. Это охлаждающий лосьон спрей для ног, один из сочным лаймом, а второй цитрусный мят. Это у меня заказали. У меня такой есть с папайей, очень вкусно пахнет, охлаждает неплохо, и так как в них есть спирт, еще плюс дезинфицирует ваши ножки. Ну и последние продукты, которые ей пришли, это были туалетные водички. Вот такие две 0,15 это мужские. Мы заказали папе, моему молодому человеку. Очень крутой запах. И я так понимаю, их снимают с производства. Вот так они выглядят. Бутылочка. Поэтому взяли сразу моего молодого человека. Еще и половина не использована этой водички. Но я уже ему взяла на запаску. И у папы как раз закончились. Взяла и папе. Следующие водички Intime будут Incandescence. Вот такие вот малютка роликовая. И пришли мне вот такие вот за подарок. За прохождение программы новых представителей. Вот такие вот в подарок. Полноразмерные. Их я оставлю, подарю маме своего молодого человека. Ей очень они нравятся. И вот я их решила приберечь ко дню рождения. Поэтому подарю уже на день рождения. И вот такая вот водичка Лаклавия была по акции в прошлом каталоге. Если скупиться там, по-моему, на 200 гривен, сделать заказ, то... В следующем каталоге не за 260, а за 160 можно будет взять. И вот заказала я вот такую водичку Лак Лавие. Сначала брала себе, а потом так подумала, у меня очень много водичек, я их всех не использую. Решила тоже предложить девчонкам. И у меня сразу девчонка забрала и вот тот гель, о котором я говорила, и эти же духи по такой цене. Поэтому да. Это был весь мой заказ. Если вам было интересно смотреть...
Ставьте туда пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока. До скорых встреч.